Похоже, мытарством автомобилистов, которые постоянно пользуются мостом через Свиягу, соединяющим Засвяжский район с Ленинским в районе улицы Пушкарева, приходит конец. На днях переправа должна начать работать в своем обычном режиме, по две полосы в каждую сторону. А вот трамваи, в свою очередь, прекратят движение. Учитывая, что там очень давно уже не ремонтировали, с 70-х лет трамвайное полотно, только локальный ремонт был местами, будет выполнена МУП «Электротранс» замена трамвайного полотна, и параллельно будут вестись работы по замене деформационных швов, чтобы нам два раза не закрывать мост на время этого ремонта. На время этих масштабных ремонтных работ, а точнее практически на месяц, трамваи маршрута номер 15 будут следовать через центральную часть Ульяновска, проходя остановки улицы Железной дивизии, Дамба и улица Марата. Алексей Матюнин, Гульнара Шарипова, Иван Демидов, репортер 73.